Привет, привет! Сегодня я опять пришла в Рос. Помните, в прошлый раз сколько здесь было чемоданов? Все, вот несколько штук стоит. Все чемоданы разобрали. Здесь так много туристов на Вайкики, что чемоданы сметаются просто моментально. Ну, а я приехала сюда посмотреть опять рамочки для своих вышивок и поехала на второй этаж. Я опять иду в сторону картин. Сегодня я уже замерила другие размеры. Две маленьких рамочки хочу посмотреть и одну побольше, квадратные. У меня есть еще три картины тоже в таких тряпочках висят, они у меня на стенке. И никак все я им не могу подобрать оформление. Ну и опять же я хочу посмотреть что-то такое временное, недорогое. Обошла весь магазин, рамок я не нашла. Ну и покажу тогда просто вам, что здесь. Всякие цветы, какие-то колокольчики для дома. Все. Вон, смотрите, какие классные часы на кухню с поварешками, ложками и даже стрелки, вилка с ложкой. Бижутерию вешать, такие подставочки. Welcome, welcome, добро пожаловать. Это вот можно поставить перед дверью. Куча ваз. Полотенце. Здесь кухонные и стаканы, рюмки, фужеры. Я здесь покупала все свои стаканы, все свои кружки. Наборы ложек, вилок по 9,99 сейчас. Вот эти какие красивые тарелочки квадратные. Прелесть, прелесть. Сковородки, подносы, противни. Вот какая хорошая. Ага, тяжелая чугунная утятница. Всякие поварешки, ножи. Вот этот нож мне очень нравится. У меня такого же качества красный, побольше немножко. Этот зеленый. И вот такой набор шикарный. 9,99. Sorry. Собачка, собачкина одежка.
Ладно, ничего не купила. Вот тоже плетеные, так я люблю, вот такие плетеные корзины. Господи, почему у меня нет своей квартиры? Надо срочно ехать в Анкоридж. Все, пошла домой.